Год серьезных, профессиональных задач и личных перспектив. Стрельцы, в этом году от вас потребуются лидерские качества. Именно они откроют вам двери в новую жизнь. Вам сложно будет найти поддержку в окружающих, а поэтому рекомендую искать опору в себе, в своих родных и близких. На людях вы должны быть непревзойденны, успешны и харизматичны. 23-й год – это ваш шанс. Шанс вырваться на оперативный простор своей судьбы. У вас должна быть созидательная позиция. Рекомендую совершенствовать себя и свои качества, тогда к вам будут притягиваться и соответствующие люди. В этом году вам предстоит выложить весь свой ресурс, опыт, знания, объединить своих единомышленников для решительного броска. Опору ситуации года может обеспечить сотрудничество с иностранными компаниями или привлечение инвестиций. Рекомендую опереться на СМИ, издательскую и рекламную деятельность. Вам надо чаще быть на виду, выступать и посещать массовые мероприятия. Работа. Год совершенствования. Это позволит вам не только более эффективно выполнять свои обязанности, но и создаст возможности и шансы для перехода на более серьезный уровень.